Здравствуйте! На дворе 1 марта и с вами снова интернет-канал Максимадзе. И мы продолжаем рубрику «Моды на игрухах для соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. Ну что ж, друзья, можно сказать, свершилось. Весна наступает. И нельзя сказать, что мы чужие на этом празднике жизни. Наоборот, наши авторы модов вправе гордиться собой. Ведь каждый выпуск этой рубрики создает теплые чувства у зрителей, а значит, что и мы вместе с вами вложили свою лепту в долгожданное таяние снегов и льдов. Ура, товарищи! Ну что ж, сегодняшний мод называется «Как достать соседа не по плану». Давайте включим музыку. Прислал этот мод мне... Кто? Так, нет, это не надо... Вконтактике мне его прислали. Джесси Пинкман. Ник у этого чувака. И этот мод уже привлекает внимание. Здесь очень действительно крутое меню. Наводим на окошко, это выход. Наводим на монитор, это начать игру на компьютер. Ящик, это настройки. Так, начать новую игру, давайте нажмем. Я тут не проходил, просто со старых, наверное, модов осталось. Здесь, правда, два уровня всего, я что-то смотрю. Ну, надеюсь, что будут и новенькие. Газета это, вот, типа, газеты это авторы, что ли. Спайди. Спайди Бой Ред. Это, видим, это он, наверное, мод создал. Если это создал он, то огромнейшее ему спасибо. Камера, наверное, никого загородила. Ну что ж, давайте начнем. Что же это за мод такой? Здесь реально классные кнопки, мне реально уже нравится. Здесь всего два уровня, улица, лол, Джо, это я, Спайди. Ладно, давайте начнем, посмотрим. И что? Мы играем за соседа. Приветюли, ребятюли, я создатель этого мода, и тут я кое-что хочу объяснить тебе все. Во-первых, это улица... А тебе нужно войти в дом. Ну стой. Я тебе скажу кое-что. Это, скажем так, демо-версия мода, и я разрабатываю полную версию. Очень жду ее с нетерпением. И еще я вполне буду рад, если вы, ютубер, скажете в ролике, что добавить в мод, а что улучшить. Спасибо Максу и Владу, ребятам, которые давали мне идеи. Ну, в принципе, играй. Ну что ж. И я поиграю в этот мод, посмотрю еще этот и второй уровень. И, может быть, подумаю, может быть, подскажу, что добавить. Можно же бегать. И... Это все? А, надо было Escape нажать. Или не надо было. Ну-ка, давайте попробуем нажать. Ну-ка, давайте попробуем. Нажимаем Escape, да. И уровень заканчивается. Такой вот экранчик. Ну что ж. Поездка. Сосед решил поехать на отдых с мамой. Но мама решила... Но мама сказала своему сыну собрать все вещи, а сама пошла спать. Сосед очень расстроен таким раскладом, но мамаша это святое. Читайте мысли Вуди. Почему мысли Вуди-то? Ну ладно, так быть, почитаем. Ох, ёшкин кот. Немножко непонятно, что надо здесь делать. Чё такое там? В подвал, да? Только не говорите, что он пойдет туда. А, он на улицу, машин, за машиной пойдет. Ну-ка,
колбасу, может, туда? Или вот это? Нет? Давайте на пол тогда попробуем что-нибудь положить. А, тут коврик еще есть. А еще есть шкафчик. Книжная полка. Давайте что-нибудь со шкафом попробуем. Опа-на. Тогда, может, вот так надо попробовать? О, да, отлично. Не знаю, что шкафом надо открывать. Сосед должен вернуться в дом. Я так понимаю, ключом надо что-то открыть. Вот только что непонятно. Может, дверь вот эта? Да, естественно, нет. Может, где-то стенка есть? Не, ну непонятно, подождите. А, все что ли? Офигеть, какой мод. Ну, надо бы что добавить. Естественно, надо добавить побольше уровней, а то короткий. Мод немножко странный, надо, чтобы все... Вот эти предметы для чего-то же нужны. Я думаю, надо еще пакости наделать. Надо бы комнат побольше добавить там, может быть. И вот это и сама идея мод. Реально мод классный, я ему плюсик поставлю. Буду ждать обязательно полную версию. А перед тем, как мы перейдем к следующему моду, немножко объяснений. По поводу последнего ролика на канале, который вышел в пятницу, про противные конфеты. Так вот, некоторых людей он порадовал, некоторые поржали над всем этим делом. За меня не переживайте, у меня, кстати, все хорошо было. Быстро все прошло после того случая в конце ролика. Но некоторые разочаровались, и многие члены семьи со мной из-за этого ругались. Короче говоря, как все было. Вот я реально был не против выпить коктейль, вот этот. Но я не ожидал, что меня вырвет и все такое. Вот челлендж с конфетами — это нормальная идея. Но вот они готовили когда коктейль, я был в другой комнате. Я уходил в другую комнату. И я не знал, что они намешают там. Леха и Витя. И, собственно говоря, я не ожидал, что они там всякой параши понамешают. Яйца, возможно, даже тухлые яйца, судя по тому, что там зеленое что-то внутри. И подливная из рыбы. У меня на эти два предмета аллергия. Я им про это рассказывал, но они, видимо, забыли. В этот раз, конечно, повезло, но все-таки. Во-первых, извините. Во-вторых, за меня не волнуйтесь. Ничего со мной не случилось страшного. Ну и вот такие дела. Надо было им сказать, на что у меня аллергия. Не думал я, что они забудут. И не думал, что они параши всякой понамешают там. Ладно, короче. Мы идем навстречу следующему моду. Чик-чик. В эфире интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем. Следующий мод называется «Когда соседа легкий хардкор». Прислал мне его Денис Козлов в группе ВКонтакте. И давайте окинем взором этот мод и посмотрим, хороший ли он или так себе. Поехали. Выглядит как хардкор вроде бы меню, но логотип из Вуди возвращается. И я готов к аду, настройки твоей души, бла-бла-бла, легкий хардкор. Он сказал, это его первый мод, и тут строго не судить. Посмотрим, посмотрим. Тут я так понимаю, кадры вот эти взяты из возвращается вот. Картинка уровня. Твой выход из телекрана. Вообще-то должен быть был первый уровень должен был быть про этот привет смертный. Но его тут нет. Да, я вижу, что тут картинки из Вуди возвращаются взяты. Но. Ой.
Да ладно, опять Баганатур. Чё? Как он оказался здесь? Ясно, давайте в ванну забежим. Такие вот дела. Надо в ванну спрятаться сразу же. Да, а что, нельзя, что ли? Ну, это взять нельзя, я так понял. Ладно, давайте посмотрим, что в комоде. Слабительное в комоде. Как прям в хардкоре. В шкаф нельзя спрятаться. В хардкоре. Ну, в этом. Поняли. Гарда соседа хардкор. Слабительное почему-то находилось не в аптечке, как должно быть, а в комоде. Слабительное. На пиво, я сказал. А, время 30 секунд осталось. Какой-то непроходимый мод, я вам хочу сказать. Мы это точно не пройдем. Десять секунд осталось. Чё? Почему он здесь-то? А, вот где унитаз находится. Ну, я откуда должен был знать-то? Какой-то вообще странный мод, честно говоря. Чё за моды опять пошли? Любишь ли сюрпризы? Давайте посмотрим. Да, да. Странный мод. Из Вуди возвращается. Картинки все эти взяты, конечно, это видно. Так, давайте мышеловку положим сразу. А, в смысле, куда ты пошел-то? Чё, бля? Don't do it. Да твою же налево, ну что такое, а? Какой-то реально странный мод, я вам хочу сказать. Ладно, давайте следующий посмотрим. Так, а что тут за уровень? Любишь ли сюрпризы, трубы за футбол? А что тут? А где вишневый пирог? Где привет смертный? Время смывать кровь сразу. Банный день. И время смывать кровь. Еще тут два таких уровня. Мне кажется, один из них вылетит, когда я запущу. Ладно, давайте посмотрим. А, трубы за футбол, может, не посмотрели. Ну, ладно. Да, из Вуди возвращается, потому что вот это вот окно именно там было не нарисовано. Фиалочка есть. Ну, на каждый уровень 2 минуты дается выйти из меню. Из игры нельзя, можно на паузу поставить, разве что нажав на кнопку P английскую. Ладно, давайте попадем в соседи. Я просто хочу посмотреть, что тут на уровнях поменялось, не поменялось. Трупы из-за футбола, давайте тоже посмотрим. Мы хардкор, когда соседа с вами играли 31 октября 2019 года. Отмечаем Хэллоуин, видео называется. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Тут вообще меньше 2 минут даже дают. Но это пройти невозможно, это точно пройти невозможно. Я думаю. Стоп. Где-то я это уже видел, мне кажется, что он фиалку здесь нюхает. Вам так не кажется? Ну да. А позвонить, если ему, то что будет? Он по правильной дороге пойдет или опять по кривой дорожке пойдет?
по-нормальному. Ладно, давайте запустим второй уровень «Время смывать кровь». А, и банный день. Обычный банный день. Давайте запустим. И что будет? Стоп, два одинаковых уровня? Серьезно, что ли? Я понял, я понял. Давайте попадемся ему сразу и посмотрим, что там с банным днем. Банный день запускаем, и я так и думал. Что ж, какую бы нам этому моду поставить оценочку? Конечно же, этот мод был все-таки плохой. Надеюсь, это, хотя это и первый мод, строго не судить, но все-таки этот мод очень странный и непроходимый. Ну что ж, на этом мы с вами закончим. Ссылки на оба мода будут в описании. На этом мы закончим, еще раз говорю. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру КДС Соседа, неважно, плохие, хорошие, нейтральные, присылайте в группу ВКонтакте в обсуждение. Можете мне просто в личку ВКонтакте написать. А также можете прислать мне в комментариях под видео. Ну все. Подписывайтесь на этот канал, также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вступайте.